смотрите-ка. Динго, ты тоже это видишь? Вижу, но не верю своим глазам. Эта операция слишком важна, чтобы ее доверять ныряльщикам. Когда я в прошлый раз проверял, парковки для инвалидов в зоне не было. Как же я рад, что ты снова с нами. Как в старые добрые времена, да? Все сделаем по высшему разряду, словно в последний раз. Все сделаем отлично. Да. Ладно, девочки, собираемся. У нас всего один шанс, потом появится ПМР. Прыгаем через 15 минут. Спасибо за помощь. Забавно. Не помню, чтобы прыгали вместе. Стараемся не стареть. Мы отстаем от графика. Стамп, вы с Дасти наблюдаете. Причард, ты с нами. Давайте, мы прикроем. Только подальше от дороги и тропинок. Без сюрпризов. Понял. Мы рядом с лагерем. Смотреть надо бомб. У нас гости. По дороге приближается машина и пехота. Не высовывайся. Нельзя их сейчас спугнуть. Дюжины или больше? Выглядит толково, за оружием ухаживают. Это люди святоши, точно говорю. Опасать вышел. Лич, один твой, другой мой. Чисто. Вперед. На дорогу не выходить. А что с делами делаем? Брось так. Когда их найдут, мы уже забьем святошу на верхнюю полку и будем далеко. Почему они решили уйти из лагеря? Не знаю. Может, святоша напуган. Тыл у него крепкий. Если он исчезнет, снова найти будет тяжело. Вот он, впереди опять проблемы. Ну, что там? Эти ребята никуда не уйдут. Да, похоже на то. Их никак не уйти. Рич, мы в тебя. Валим их. Отлично сработано. Молодцом, Рич. Хватки не теряешь. Направо. Тут грузовики. Мы там бросили несколько тел. Постарайся, чтобы не нашли. Все понял. Грузовик остановился. Подожди, пока уедет. Потом переместимся в лагерь. Прикончи его, Тыча. Пока он не вернулся внутрь.
Отличная работа. Идем внутрь. Мак, опять, ведите людей вокруг стены. Встретимся в задней части комплекса. Ясно. Пошел. Держитесь в тени. Не будем пока будить этих ублюдков. Понял. Иду направо. Есть направление. Слева чисто. Движения нет. Обруби питание. Опустите ПМ. Контакт! У нас чисто. Хорошая реакция. Давай внутрь. Аккуратно у двери. Вот патроны. Там, в нас не бросай, ладно? В точку, готов. Он труп. Thank you.
Живо!
честь. Да, эти сволочи собирались уходить. Здесь кроме трупов вообще ничего нет. Понял, Тик. Продолжай искать. Святоша здесь. Буду здесь, дверь! Прыщ к двери. Затем движемся дальше. Через мост. Прямо
всех домах. Святоши нигде нет. Он у нас. Возвращайтесь к точке эвакуации. Мы у вас на 6 часов. Буду. Мы не знаем, здесь ли он. Мы так и не знаем, что здесь. Они идут назад к точке эвакуации, а мы действуем сами. Вот так. Он у нас, и он у нас останется. Живым или мертвым? Понял. Ну что, блин, заработал? Слишком уж здесь тихо. Не нравится мне это. Какого хрена? Ложись! Черт, огонь повсюду! Как поступим? Двигайтесь, к выходу! Дасти, готовься. Тебе идет право. Понял. Дайте нам 3 минуты, возьмем клирика. Понял, 3 минуты, потом идем за вами. Так, Брич со мной. Мазара. Из-за Рэббита. Контакт! Контакт! Смотри! Вниз, на колени! Я сказал на колени! Вниз!
Немецкие власти заявили, что все эти люди в возрасте от 18 до 35 лет находились в стране по студенческим визам. За прошедшие 7 дней это 7-й арест. Наши источники сообщают, что причиной для них стали данные, недавно добытые в бою. Детали содержатся в секрете, но мы можем подтвердить, что большие войны...